Минеральная штукатурка Silcoat Stone. Silcoat Stone – это прочный декоративный материал для оштукатуривания наружных поверхностей, имеющий гранитно-мраморную, структурированную основу с натуральным, никогда не блекнущим цветом. До начала применения Silcoat Stone необходимо оценить состояние оштукатуриваемой поверхности. Поверхность требуется очистить от масла, грязи и посторонних веществ. Соскрести вздутие и оставшийся слой старой краски. Отремонтировать неровности и заделать трещины с помощью шпатлевки для наружных работ Silcoat. После завершения подготовки основания, добавив в акриловую грунтовку Silcoat цветной пигмент, сочетающийся с выбранным цветом покрытия Silcoat Stone, и разбавив чистой водой на 30%, на поверхность наносится грунтовка. В зависимости от погодных условий поверхность оставляют высохнуть на 3-4 часа. Стон выбранного цвета следует высыпать из ведра в подходящую широкую емкость. В зависимости от состояния поверхности и погодных условий допускается добавление в смесь некоторое количество воды. Для нанесения состава на поверхность используется метод нанесения штукатурки с помощью треугольного мастерка и четырехугольной гладилки. В зависимости от погодных условий примерно через 10-15 минут после нанесения поверхность выравнивается и заглаживается с помощью стальной гладилки. Поочередно, используя составы разного цвета, можно получить отделку декоративного вида. В процессе нанесения состава на поверхность не следует останавливаться на полпути. В случаях использования более одного цвета или в случаях остановки работ до завершения покрытия всей поверхности, необходимо применять бумажную ленту. Натуральный вид Silcoat Stone приобретает после полного высыхания. Не следует применять состав в дождливую погоду и при температурах ниже 5 градусов по Цельсию. С одним ведром Silcoat Stone мелкой фракции можно оштукатурить участок площадью 8 квадратных метров.